Михайлова нет охранника вообще. Да. У нас в штате нет никакой охранной службы. Потому что, в общем-то, не от кого охранять. От народа, для которого он поет. Зачем? У нас ходят адекватные, разумные люди на наши концерты. Они подпевают, они переживают. Он поет о Боге, о войне, о любви. Ну, каких? А зачем? От кого? То, что... человек, тогда я сейчас попрошу режиссера вывести на экран. Те, кто стоят в зале, это не охрана, это служба, которая регулирует, регулирует людей. Да кто-то танцует, чтобы не мешали, чтобы там куда-то не заходили. Вот и все. Поэтому...